В минувшие выходные сделать прививку от коронавируса можно было у торгового центра Маримол. Вакцинироваться мог любой желающий. Напомним, прививают колымчан вакциной Гам-Ковид-Вак, она же Спутник Ви. Во флаконе 5 доз. Эксперты уверяют, поставить нужно 2 прививки, поскольку только так в организме сформируются антитела. Записаться на прививку можно любым удобным способом. По телефону 122, в порядке живой очереди или через портал госуслуг. Чуть-чуть подержи и одевай.